У Чайковского она такая сложная эмоциональная музыка. Мне кажется, тоже она отображает смерть. Я ставил именно вот про такую непростую тему, а про гибель детей на войне. Для меня Россия на правильной стороне, я в это верю. Вот. Но то, что идет война, и то, что гибнут мирные люди, это факт, и оно как бы было, будет. Это нужно принимать, вот, но про это нужно также не забывать. Thank you.